Мы считаем, что признание московским судом правомерным отказа в регистрации партии Народной Свободы, как его назвать, ну, и незаконным, и противоречащим духу нынешней реформы партийной, провозглашенной Медведевым. Вот, значит, те поводы, предлоги, которые там высказаны в бумагах Минюста, совершенно надуманные, совершенно не значащие. То есть, например, из 46 тысяч поданных там человек, заявленных там, к 100 человекам есть претензии там какие-то. Но, наверное, не бывает так, чтобы вообще никому не было претензий. Может оказаться быстрее, что вступит послабление в законе, в силу, которое нам вот сейчас уже в первом чтении там вроде Дума приняла, 500 человек. То есть, таким образом, соответственно, упростится порядок регистрации Парнаса в том числе, и значение суда, оно будет, может быть, уже другого плана, не практическое, а какое-то такое морально-символическое. Вот эта реформа законодательства, которую озвучил впервые Медведев, которая сейчас происходит, она, думаю, наверное, вполне может повлиять на то, что приток финансовых средств в партии увеличится. Во-первых, известность партии повышается в результате, то есть до этого как бы непонятно, есть или нет, но если будет партия иметь официальное лицо, там, счет, то, естественно, больше доверия к такой организации. Бизнесмены очень не хотели вообще светиться в этом процессе, потому что понимали, что это влечет какие-то последствия. Но я сам занимался бизнесом и постоянно подвергался репрессиями, вот, можно сказать, постоянно эти репрессии идут. Так что вот я на своем примере знаю, что такое. Это и можно и лишиться аренды помещений, это можно и договоров, и заказов, все что угодно. Любые способы давления власти используют.